Сегодня у меня тропинки Корнилия Вернацца. Это Чинкве-Терре, куда ходят большинство иностранных туристов. Наших здесь, конечно, редко встретишь. Прекрасные тропинки, которые просто для души. Среди природы, среди свежего воздуха, горы, море. Все организовано культурненько. Там вдалеке виднеется Монте-Россо, но мы идем Вернацца. Открываются шикарные виды. Длина лазурной тропы Корнилия Вернацца составляет больше 3 километров. Проходится весь этот путь примерно за 1,5 часа. Самая высокая точка 220 метров, откуда открываются прекрасные виды. В принципе, тропу может пройти любой неподготовленный человек. Это отличная прогулка для тех, кто любит природу. Прекрасные панорамы, восхитительные панорамы. Наши туристы очень часто пропускают такие пути, потому что приезжают на короткий период времени и хотят успеть увидеть все 5 земель. Поэтому быстренько, кто морским путем приезжает, кто на поезде, пройдясь вот именно по такой красивой дороге, совсем другое впечатление ты получаешь от этого путешествия. Конечно, здесь вам понадобится специальная обувь, именно трекинговая обувь, потому что различные дорожные камни и колдобины, как говорится, нужно пройти очень внимательно. Эта кабинка нам говорит о том, и этот шлагбаум, и кабинка нам говорят о том, что эта дорога летом платная. Зимой мы можем спокойно гулять, а летом для туристов все платно. Подписывают даже кактусы, кто где был, когда и во сколько. Видите? Подписанные фики до Индии. Даже ресторанчик на ветру, люди едят все равно в такой красоте. Italiane,
Это парк национальный Чинкве-Терре, который входит в ЮНЕСКО, поэтому летом туристов здесь очень много. В зимний период времени намного лучше, конечно, гулять. Летом можно полежать на пляже. А вот именно зимой путешествие в солнечную погоду, наблюдая всю эту красоту, морской воздух, горный воздух. Это незабываемое впечатление. В самой Вернации мы уже были неоднократно. Я снимала видео, совсем даже недавно были у меня видео. Поэтому вниз мы не спускаемся. Мы посмотрели панораму сверху. Эту панораму я вижу действительно впервые, потому что мы всегда приезжали на поезде или на машине и видели снизу весь город, снизу вверх. Сегодня я на него смотрю сверху вниз, издалека. Это совсем другое впечатление, другое понимание, другое видение. Сейчас я уже возвращаюсь назад. Как говорится, хорошего понемножку. У нас предстоит назад тот же самый путь. Находясь целый день в таком прекрасном месте, поднимается настроение, также поднимается иммунитет. И, конечно же, целый заряд бодрости на целую неделю. Впереди мы уже видим Корнилья. Она стоит также на горе. Очень жалко, что туристами она посещается меньше всего. Корнилья также прекрасная деревушка. Там также можно спуститься к морю. Просто не все об этом знают. Многие думают, что там нет спуска к морю. Он есть. Я была. Опять-таки видео у меня об этом есть. Это прошлогоднее видео. На этом, друзья мои, всем всего хорошего, до новых встреч. С вами была я, Наталья.